Джерри, пора поговорить о твоих намерениях. Что? Эд, сынок, по-моему, это неэтично. Новичок? Я Эд. Ты что, прилетел с другой планеты? С Орегона. На эгоцентризме далеко не уедешь. Поучи жизни у старшего поколения. Привет, мне дали задание в школе. Я должен набраться мудрости у старика. Не могу помочь, брат. Я с дедушками не вожусь. Ладно. Эй, парень, водить умеешь? Итак, сэр. Зови меня Эшби. Чем вы занимаетесь? Вы работали в ЦРУ? Не проболтайся дружкам. У меня нет друзей. Спросите любого, все подтвердят. Подруга? Нет, смеетесь надо мной. Сначала научись держать удар. Слишком мало шансов, что ты его не получишь. Ты что, старика обижаешь? Вы же не трогали моего сына за причинные места? Боже, мам, конечно нет. Сколько людей ты убил? 93. Вот так. Бах, бабабадиш. Ну ты даешь, брат. В школе говорят, ты стал крутым. Уверена, по ночам ты превращаешься обратно в тыкву. Он вышел из моей утробы, а теперь рядом с ним мужик с крыльями на ногах. Знаешь, я ревновала. Но мы же не встречаемся. Это твоя подруга? Да. И ты отверг ее? Да. Так надо это уладить. Сечешь, малыш? Еще бы. И тебе не было страшно? Без страха я бы сошел с ума. Можно узнать, куда мы едем? Навестить одного друга. Нас преследует полиция? Да. Что? Тебе надо исчезнуть. Поезжай в Нью-Йорк, я найду тебя там. И что мы будем делать? По киношкам пойдем? Я бы с радостью сходил в кино с тобой. Не надо бояться этого мира. Пусть мир боится тебя. Клянусь богом, я бы не стал писать в докладе, что ты киллер. Даже за пятерку с плюсом. Пойдем-ка съедим по блинчику.